Экономические системы управляемого светодиодного освещения локальных территорий цехов, подъездов, офисных помещений. Так назывался прошлогодний проект, который предоставили на мероприятии «ВАИР Технопольза». Проект сразу заинтересовал инвесторов, а само мероприятие стало традиционным. Вот такой формат, который мы с вами вместе избрали, я надеюсь, что он рано или поздно принесет плоды. Если вы помните, 25 сентября мы с вами вот здесь, на этой площадке, были свидетелями, когда представляли проект наши друзья и соратники с научно-производственного комплекса «Плазменформ». И мне приятно сказать вам, что нашлись сегодня, предприниматели, которые заинтересовались этим проектом, и сегодня этот проект идет разработка по заключению договора. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов уже не первый год представляет свои проекты. Рязанская область не отстает. 25 декабря состоялась презентация проекта «Шина для оказания неотложной помощи при переломах челюстей». Этот проект позволяет оказать помощь медицинскую в чрезвычайных ситуациях, во время, возможно, военных конфликтов. Ну и еще раз позвольте поблагодарить за участие в этом проекте и выразить надежду на плодотворное сотрудничество во всех ваших начинаниях, во всех наших начинаниях. К участию в ВАИР Технопольза приглашаются предприниматели и инвесторы, работающие на рынке инноваций, а также представители производств, заинтересованные во внедрении новой продукции и технологий, инженеры и изобретатели, молодые ученые, представители вузов и институтов развития, заинтересованные в обмене опытом. Подготовленные и представленные организациями проекты с большим интересом рассматривают на заседании мероприятия ВАИР Технопольза. Приятно слышать и видеть, что и в том числе наши соратники, медики не отстают, придумывают какие-то изобретения. И вообще очень приятно осознавать то, что на Рязанской земле очень много креативных людей, которые постоянно развиваются, не стоят на месте и приносят и повышают уровень развития, повышают авторитет нашего региона в стране и на других континентах нашей планеты. Спикеры представили на суд зрителей запатентованную технологию фиксации челюстей. Это H-образный профиль, заполненный силиконовым гелем, который и обездвиживает челюсти. В самом профиле есть несколько отверстий для дыхания. Конечно, есть в проекте и несколько недоработок, но здесь спикеры рассчитывают на помощь гостей. И творцов в организации ВАИР достаточно, и каждый способен удивить своими знаниями. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».